Всем привет, ребята, вы на канале Джейсон Кай. Сегодня мы будем продолжать рубрику «Дом профессионала». Ту давнюю рубрику, которую мы уже давно не выпускали, да. Очень давно. Да, в общем-то, сегодня, короче, мы будем играть и продолжать рубрику. Сегодня мы чем-то хотели заняться, да, ребят? Да. Ну что ж, давайте начнем. Так, ну что там у нас? Пошли посмотрим, что там у нас на улице. Ночь. Так, ну что там у нас? Там опа, зуби. Там зомби напали на нас. Конфетки, ай. Нет, беги обратно, да на тебя там зомби нападает, нубик. Зато конфетки есть. Вкусные конфетки. Блин, а, они там на нас напали. Ай, бежи, боже мой. Я пойду в ловушку лучше. Я в ловушку прятаться. Это не там ловушка. Я из тебя на помощь бегу, брат. А я ничего не вижу, бро. Почему? Ай, у меня это слепота. А, я тебя спасу, тебе более дать тебя спасти. Там. Кинь мне молочко. Мне нету молока. Беги, я сейчас тебе... Опа, ёжикарный бабай. Ё-моё, на меня тут куча напала. У меня тоже слепота. Я что-то хочешь, что-то вижу. Я пойду на профессионал подвал. Я убиваю их там, всех зомби убиваю. Боже, боже. Всё, я их всех перебил там почти. Фу, всё. Сундуки что? На. Сколько нет. Эй, не трогай сундук. Сундуки там не трогай. Я хочу только арбузик взять. Ой. Можно мне арбузик? Да возьми арбузик. Блин, молока совсем у меня нету. Ай, на нас напал. Ай, блин, на нас тупой зомби напал. Блин, я вообще ничего не вижу. Вообще у нас какая слепота. Сколько она длится там? Ой, все, у меня кончилась слепота. У меня нету. Я войду, короче, себе домой как-то. Молочко пойду. Не, у меня молока там нету. И медленность у меня какая-то. Да, у меня поглощение. Ай, ай, отвали от меня. Отвали, монстр. Я пока соберу конфеты. Нас монстр, короче, напал. Меня на два места на меня напали. Ёшкин. Матрёшкин. Ладно, я возьму лук и тебя сейчас начну прикрывать. Давай, у меня там слепота. Я слепой, вообще ничего не вижу. Ребята, на нас напала армия этих монстров. Мы не можем никак выжить. Сейчас я быстренько себя... Ай, кто взорвался? Ай, слепота. Дом взорвался? Нет, то у меня сзади взорвался, блин. Блин, а где у меня там? А, вот блин, у меня. Блин, я как рядом ёжик вход. В тумане. Рядом вход у меня там. Ай. Все, здесь тонем. Ай. Все. Фуф. Блин, я вообще ничего не вижу. Так, я вообще подвалю вас. Да, я уже улучшил там немножко себе свой дом. Блин, у меня чувство, будто у меня темный мир. А этот дура вообще никак не могу убрать. Ладно, фиг с этим. Так, ну что, лучше, знаете что? Давайте пойдем это... В бункере, что ли, ждать? А хотя бесполезно ждать. Не, я в бункер пошел, там молоко возьму. А, блин. Я вообще тут ничего не вижу. Ничего. А, все, у меня слепота прошла. Фух. Вот это да. Я пошел, в общем, сразу к бункеру. Тебе. Их там скоро... Их я там... Забыл тебе. Нам их там не перебить. Опа-на, тут скелеты. Блин. Доктора злые. Опа-на. Да, они скоро будут спауниться. Да уж. Ну, придется нам что-то делать. В бункере бесполезно выживать, но скоро еда закончится там. Может, отправить дом на небеса? Как вам такая идея? Я знаю такую команду, чтобы отправить дом на небеса. Как вам такая идея? Я хочу. Давайте. Кто хочет на дом на небесах? Я потом, хочу. А потом спуститься и перебить всех моссов, когда наступит день, а? О, Что ж мы видели котиков, мы спамнили. Да. Короче, ну что ж, на камень, ножницы, бумага. Давай. Иди сюда. Миша, иди сюда. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Так, у меня ножницы. У меня камень. Ладно. Короче, ну что ж, идем, короче. Сейчас мы... Короче, мы все хотим на небеса. Короче, не трогаю никого. Сейчас мы переместимся. Так, сейчас мы уже... Ну, он уже на небесах тут, смотрите. Опа, этот замок, наверное, этих монстров. Они, наверное, все попадали сюда. Вот это да, видите, я перенес уже наш дом я сюда. Я покормил котиков. Опа, на, это же замок монстров. Ребят, смотрите, там же замок монстров. Да, вижу. Вот это да. И смотрите, вы знаете, в чем прикол? Тут у меня теперь нету вот этого. Теперь у меня нету вот подземного бункера, и у меня нету лав... У меня теперь друг по-другому действует мусорка. А теперь мы не в лаву прыгаем, а с большой высоты прыгаем. Блин, какой прикол. Все, я пошел перестреливать этих какашек. Стой, давай сейчас подготовимся к битве. Откуда у нас котик? Откуда у нас котики? Я его заспавнил. Как ты заспавнил? Ой, я чуть не упал с большой высоты. Блин, как скелетик. Так, блин, у нас же нету блоков. А я падаю! Сундуки я пока... У меня 64 алмазных блока. Я упал и умер. Опа, у тебя... дай мне 64 алмазных блока. Блин, ты пыхните, я не видел дымку и
собаки еще. О, куки. Так, сундуки лежат, да? Так, так, опа, 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 все. Хотя у меня не тихие были блоки, но рискованно будет слишком. Я рисковать не так уж люблю. Гроза может ударить. Да, и мы взорвемся. Я в ловушке лифте. И дом при том. Так, вот так вот. О, я как-то выбрался из ловушки. Сейчас будем, сейчас будем. Я буду пока их с лука перестреливать. Давай-ка. Думаю, думаю, что стака хватит. Ну, скорее всего. Так вот. Вот так вот. Аккуратненько, короче, будем. Так. Нас как раз-таки скелет стреляет. Ой. Помогите мне выбраться! Мы тебя сейчас тпхнем, нубик. Будь осторожен. Ты тпхни, я сейчас занят пока. А, все, я выбрался! Не надо, я выбрался. Тут еще у нас там какие-то вышки, и там доктора какие-то там стреляют будут у нас. Чумные. Котик упал! Надо немножко поесть. Выигрыш есть, можно поесть, естественно. Так, подождите. Так, вот так вот построим, построим. Ну, это будет долго слишком. Ну что, короче, в общем-то, это... О, вот, я уже... Вот у нас, мы уже построились там, я пошел там за домойку. Там. Блин! Опа, на! Помогите мне! Быстрее, Миша, открой, открой, открой! Нубик, открывай! Ай! Опа, на! Это что такое за монстр такой? Ах ты дракон, блин, какой-то там! Ай! Ах ты ж второй дракон! На, получай ты! Умный такой! Это вообще просто жесть! Я огня не боюсь! Ишь, я... Профессионал, открой! Да, ой, так тут, тут кнопок нету. Тут кнопок нету, я застрял, мне кажется, застряли здесь. Блин. Да, получайте, 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 получайте. Ах, вот так думайте. Да вот они. Да дай мне подраться, а. Опа. Скорее. Да блин. Нифига себе! Я тут, отойди. Я тут, у меня огнестойкость есть, я могу, мне пофигу на... Из лука бесполезно! А, их, а чё так их много тут? Тут снова спампоят, и там спаунеры! Я еще сломаю их, блин! Я вас вижу, ваши ники! Давай! Тут кошечки, надо спасти кошек! Ай! Да! О, нет! Это же я, куки же там! А, вот куки! На кресле у нас! Я сломал все! Куки, вот! Бедные куки, тут у огня! Фу, туши! Божечки! Фу! Так, рыбка! Вроде это я в порядке! Спанил. Их кормил! Давай взорвем это место, а? У тебя есть как? Сначала... Зажигалка у тебя есть? Упал! У нас нету! Нужно котиков сначала вывести. Сейчас мы взорвем это место, чтобы не... Да ты подожди, котиков... Сейчас, потом с котиков спасем, а потом взорвем это место. Ты пока выводи котиков. Хорошо? Нубик, давай котов... Я дома хочу быть. Котов, ты хочешь спасти, а? Хотя бы котов. Ладно, рыбку кто хочет? Рыбочку? Еще одного подними кота. Подними вот этих вот котов, чтобы они не сидели. Я не могу поднять. Да дай мне... Так, вот так вот. Вот тут ставим динамиты и вот тут. Так, и все, вот так вот. Так, нубики, вперед. Все, я заложил тут бомбы. Зачем ты нам вообще? Это чтобы взорвать этот замок, чтобы больше эти монстры не спаунились. Понятно? Все, рыбка их приманивает, все. Иди теперь, нубик. Так, теперь выводи аккуратненько их, давай. Выводи, нубик. Так, у вас есть покажи. Зажигалка? Я сейчас схожу за... Подожди. У нас... Я сейчас сам скажу. Так, я уже взял за зажигалку. Там... У нас дома паук. Паук? Убейте его там. А я пока взорву это место. Фух. Два паука. Если, ребята, если, конечно же, я здесь взорвусь и не выберусь, то, знаете, я вас любил, нубики. Вы были самыми хорошими нубиками. Ну что, Блани была и курица порвала. Валим! Беги, Вася! Беги, Форест! Беги! Помнишь, как в Far Cry 3 такой? Беги, Форест, беги! Опа, что-то не взорвалось, что-то не полностью взорвалось. Что зря, зря. О, привет! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, удачи!